Ребята, сегодня четкий влог. Мы четко ходим по магазину, и я в четкой кепке. А значит, это будет круто. Come on, show them the Oh my god, that's what's up. Yeah. Итак, мы пришли на картинге, заплатили $25 за такую простую непонятную вот карточку. Это одноразовое использование. Вот, но в чем плюс? В том, что сами эти карты, вот это покажу, они там. Сами карты, они электронные. То есть, как бы, не электронные, правда сказать, электрические. Прикол в них в чем? В том, что они заряжаются как машина Tesla. Вот, сейчас замысленно я покажу. Вот так они стоят сверху, вот такие идут подвески, и они заряжаются. Вот. Может, поэтому это очень дорого, потому что это экологически чисто, вот, и для этого не нужно делать такие специальные там, воздухоотводы, чтобы не было этого всего дыма. Вот. Поэтому сейчас покатаемся и расскажу мои впечатления. Ну вот, одеваем вот такие маски. Тупо. Спецназ. Все-таки електроніка не зрівняється з моторами на бензині. Це не то взагалі. От вони якось так розганяються, там, по-перше, скользко дуже. По-друге, якщо там ти їдеш і, може, твоя машина не досить заряжена, то ти їдеш набагато повільніше, тебе просять пропустити, ля-ля-ля. Такого нема у нас, там, де я катався, принаймні. Якщо ти їдеш, то поки тебе реально не обгонять силою, то ти, а тут треба пропустити. Я отримав, от, це друзі мені сказали, тому таке, не рекомендую.